11 января дворец спорта «Ермак» в городе Ангарске гремел как мог от аплодисментов и возгласов радости редкой публики. Случилось событие долгожданное, но все-таки неожиданное. Сибирский клуб одержал первую домашнюю победу в сезоне, обыграв хоккейный клуб «Химик». Для абсолютного аутсайдера ВХЛ это всего лишь вторая победа в основное время. Счет в этой встрече открыл Никита Коротков. 71-й и защитник Николай... Гол! На табло 1-0, и времени впереди много, но на площадке искрит, то там, то здесь вспыхивают микростычки. Грубость, эмоции через край и драка вместо ответной шайбы. Передача тут под защитников, бросок, и Никитин на месте. Но вот что опять случилось, да, как и в прошлый раз, вот прямо сели уже на вратаря, и в прошлой игре такая была ситуация. Ну вот, наконец-то, и пошел этот эмоциональный взрыв. Игроки отвели душу в совокупности, получив 24 минуты штрафа, а «Химик» после потасовки даже сыграл в большинстве, но шайбу не забросил. В этом матче желто-синие вообще сами не забивали. После прохода Владимира Дьяченко игрок «Ермака» случайно сам затолкнул шайбу в ворота, помешав своему вратарю. Слушай, растет парень, тут уж здорово. Гол, защита! Да, защита, она отлетела от Дрокова, шайба в ворота Никитина. Но сразу же последовал разящий ответ «Ермака», вернувший им лидерство в матче. «Химик» пытался игру переломить, перебросав оппонентов почти в два раза, но «Ермак» устоял. Бывший вратарь «желто-синих» Вадим Никитин отразил 40 бросков. Довершает дело Никита Коротков. Гол в большинстве и дубль в матче. 3-1. «Ермак» ликует, а «Химик», похоже, обзавелся новой традицией – проигрывать аутсайдерам. Александр Иванов, новости «Искрвект».